Добрый день, снова с вами Иван, компания Arriva. Сегодня хотел показать, как, значит, у нас выглядит прицеп для перевозки снегохода МЗСА 8177-11 со стандартными ложементами для перевозки лодки ПВХ. Вот, значит, ложементы мы делаем из доски 50 на 150, обшитые ковролином. Такая конструкция, которая удерживает ложементы. Значит, ложементы выставляются у нас по ширине таким образом, чтобы центр баллона лег на центр ложемента. Вот, изначально здесь конструкция была прямая, для того, чтобы можно было в будущем, если лодка будет меняться, регулировать ложементы, но клиент попросил сделать срез, поскольку как бы показалось, что лодка будет у нас задевать вот здесь вот острый угол. То есть здесь, поэтому сделан как бы вторым шагом срез. Изначально была прямая форма кронштейна ложемента. Что значит? У нас еще дополнительно установлены крепежные петли в кузове. Вот, обычно мы делаем это бонусом. Эти петли у нас, значит, позволят спокойно закрепить в кузове прицепа мотор. Мотор будет ложиться на ковролин. Будет крепиться у нас бензобак. Вот. Ну и остальная другая поклажа, которая обычно перевозилась в багажнике автомобиля. Так, что у нас тут еще? Ну, стандартный прицеп МЗСА 11 вы уже видели. Ничего особенного. Стандартный, качественный. Вся электропроводка здесь с фонари все доведены до ума. Еще из допов здесь установлено опорное колесо. Опорное колесо я раньше говорил, то, что оно должно быть с левой стороны установлено. Ну, колесо у нас, соответственно, алковское немецкое. Замки алковские. Проводка в гофре очень качественная. Так, дополнительно установлена лебедка для того, чтобы один человек смог у нас затащить лодку на ложементы. Вот, функция самосвала. Сейчас откроем, посмотрим. Вот, прицеп у нас откинут. Вот, заметьте, что у нас лебедка находится выше, чем верхняя точка борта. Это будет позволять очень легко и спокойно поднять лодку на прицеп. Подвеска рессорная здесь, полностью оцинкованная. В принципе, все вы знаете. Вот. Вот такой прицеп, который будет использоваться, значит, его хозяином для перевозки снегохода, это раз, для перевозки лодки ПВХ, два, и для перевозки различных домашних строительных грузов. Кстати, 11-я модель очень популярная, очень пользуется популярностью для перевозки строительных материалов. Любой листовой материал, любой длинномерный груз сюда помещается без труда. Ну все, спасибо вам за внимание, всего доброго, до свидания.